Пустой подъемник, там никого нету на нем. Одни поедем. Вот это мобильный сет твой? Что проходит? Где написано? А что там, закрыт что? Или что? Надо где-то спрашивать, у кого? Что-то спрашивать. На линию вставайте поближе. Ой, мама, да, одновременно присаживаемся. Ой. Вот и все. Ставим рамочку. Рамочку, да. Ой. Ставь. А я что-то не так встала. Все, все, все. Я не так встала. Ну так, так и будешь. Все? Все. Ноги опустили. Мама, мы поехали. Ура. Господи. Я вам сейчас покажу, куда мы едем. Вон туда. Мы едем вон туда. И вам нет никого. Нигде. Двойная. Вторая опора. Удобнее-то сесть можно? Пятое кресло. Ну туда вперед едешь. Вообще страшно. Мы ехали, прошло долго-долго. А вот оттуда. Короче, едем. Едем, отдыхаем. Нам ехать минут 20 до верха. Вроде как говорят, два подъемника. Здесь вот первый подъемник, вот второй подъемник. Главное не выронить телефон из рук. Оно как-то тут трясется. У нас вот так вот это все происходит. Вверху, вверх нам туда, а снизу. Я вот не помню, менеджерок, он пониже, мне кажется, немножко, да? Там, к земле поближе, на менеджероке, мне кажется. Да? Как же, по-моему, был? Мне кажется, пониже. Насколько я помню. К земле пониже, мне кажется. Потому что тут... Там даже прям вообще чуть ли нет, они в два раза ниже, мне кажется. Сейчас вон там, на том пролете увидишь, что будет. Ай-бай-бай-бай-бай! А здесь вообще высоко, высоко, мама! Слушай, на менеджероке-то как-то не это. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Здесь нет такой. Итак, вниз. Хоп! Страшно? Вот так вот, мы вот тут сидим, вот так вот и трясёмся. Чё-то две-два... Ой, ну экстремалы. Чё-то я это... Ну экстремилась, по-моему, на всю жизнь за эти три дня. Сижу и думаю, на кой хрен мы полезли сюда? Какой хрен? Люди лезут и не парятся. Еще с великами сразу. С велосипедами люди едут, да. Ну, они привыкшие, они каждый день, а мы-то... Не засекли вас, сколько сели-то? Сейчас 11 часов 11 минут. Сколько мы? Ну, минуты 4 мы едем, да. Я как сыкуха позорная сижу и рассуждаю. А вот если ветер, а мы тут такие сидим. А он как дунет. С утра-то был же ветер, да? Сколько там? Ну, хорошо дул. А если сильно хорошо, как вчера? И мы такие тут на этих кабинках, блин. А внизу камни, скалы. Ну вот здесь вот не так высоко. Вот здесь вот. Вот это место. Ну да. Там пониже. А там бывает. Вот народ. Вот встречка едет. Это первая встречка за наши сколько? 17 минут, 5, 10 минут. За 10 минут первая встречка. Ну там нам обещали еще какой-то один подъемник. Др-д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 р. Мама. Нет, ну страшненько. Мне вот сегодня. А мне нет. Ну тоже. Так он меня сначала на машине напугал. Ну, прям действительно море. Лопушечка. Малинка. Смородинка. Смородинка. Смармалинка. Смармалинка. Ну и малина вроде смелькнула. Смородина, да. Так. Первый подъемник заканчивается. Сейчас будем выходить. Там нам обещают следующий. Ну, человек сидит. Все, мы идем на следующий. Дальше подниматься. А где проходить-то? Вот здесь? Еще выше нам. Вон куда мы. Да не быстро не съесть. Все. Поехали. Ногу. Руку. Все, поехали. Ой, мама. Ой, он качается, кач. Нормально, сейчас раз это, остановится, не переживай. Когда ветер? Я не дышу. Мама, здесь еще выше. Ёкти. Абадан. Да ты смотри. Блин. Я выйду. Что за трасса? Подскребли вот это. Ну, тоже, наверное, может быть это самое. Хотя здесь лыжный может быть. Горно. Значит, тут разогнаться можно. Здесь надо, чтобы были крутые. Положи. А на чем тогда этот раз? Не на велосипедах же? Ну этот гоняет. Квадроцикл? Нет.
Можно, но не надо. Ой, а этот насколько выше, смотри. Оттуда-то, он выше. Да. А почему? Вот эту дорожку. Тут вообще, знаете, вся дорога. Туалет. Туалет. А как в него попасть? Ну, спрыгнул. Это те, которые вот на этом едут. Ну, видимо, да. А, здесь вот дорога же, вот мы едем. А они вот едут. Ой, мама. Я даже поворачиваться не могу. Я говорю, то ли я со временем стала... Старею, да. Потому что вот на машине вот здесь вот что-то я... Не знаю, решилась бы я вот здесь вот по этим вот дорогам. На УАЗике. На УАЗике, вот она дорога. И она же на вовсю... Нам еще сколько? Раз, два, три опоры. Здесь, здесь кедры будут. Ого. А это спиленные уже? Ну, так, естественно, подготовлены под трасс. Вон еще такой же. Ну, конечно, это. Такие размером они, вон они стоят такие. Его корни попали. Нет, я говорю, что здесь вот падать-то. Манжирок-то там все чистенько. Ну, пока еще, да. А здесь-то здесь только еще пока. Только начинает расчищать. Вообще б не старый, ее, может быть, давно-давно начинали делать. Начинали-то давно, конечно. Не сколько лет? Два года. Когда едешь вперед, поворачивается очень страшно, поэтому будем вот так вот. Ой, мама. Здесь сеток не осталось, осталось трубы. Мы едем, опоры разглядываем. Вот это вот совершенно все новое. Сетки, вот. Наверное, только вот недавно запущен. Мама. Вот это вот завязываем. Прибываем. Рамку поднимаем. Сына, ты почти у цели. И куда теперь? Ну вот туда. Туда, да? Да, наверх. Тудой. Урне тудой. Так, ой, тебе в лоб не дадут? В лоб не дадут. Не давали в лоб. Какую? 1365 метров. Ну это еще немного получается. Дальше. По лесе. Одни лестницы. Тут это... Похудеешь, блин. Конечно, фонарей просто. Ой, а там-то. А мы все идем, 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 лезем. Ой. А что, фото или видео? Тебя пишет это все. Ну, приближение не умеет. Где-то вон там мостик еле виднеется. Вон он мостик Артебаша, где наш домик. Где-то очень далеко. Счастливые все лица. В какую сторону пойдем? Вон туда. Куда? На озеро. На озеро, это надо вот туда лезть. На то. Щенечки. Да, тут на телецке это маленько, да? Получается. Получается, на телецке это маленький. Вот знаешь... туда залезть. О, включился. А? Ну вот цель нашего визита. Я сейчас вот так, а вот хрип. Ой, а там смотри, какие интересные, да? Так я тебе его и снимаю, даже не вижу. Какие там хребты. Ну, вот это Телецкое озеро, по которому мы плавали. Маленький кусочек Телецкого озера. Здесь рестораны. Здесь поднимается.
Будем здесь жить. Стой, 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 стой. Вставай. Ой, сколько их наставили, посмотри. Кому-то ведь не лень, да? Каменные грибы. Там тоже, смотри, видишь, вот самое это, тоже что-то блестит. Там, может, озерки какие небольшие. Туда не пойдем, нет? Я даже не хочу. Да. Здесь-то очень шикарненько. Местами. Ой. Чего вы? Уже голова кружится. Мать моя. Что-то меня сегодня действительно... Пойдем напьемся чаю. Надо было свое пиво брать. Обратно спускаться я не поеду. Я буду здесь жить. Пускай за мной присылают вертолет. Усыпляют. А вон туда, смотри, дальше видно озеро отсюда. Я надеюсь, они эти фотки потом в видео будут светлее. Вон у нас населенный пункт Автобар. Выше руку, а то ты показываешь на подъемник. Где-то там.